Добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в регионе Кемер, поселок Токирова, отель Queens Park Токирова. На въезде находится мини-клуб. Он под открытым солнцем. Деревьев здесь нету. Главный ресторан. Кукуруза, картошка, морковка, это диетическая кухня. Рис. Здесь рыба. Картофель фри. Детская комната, где можно, детский буфет, где можно покушать. Суп, гречка, пюре, котлеты, кукуруза. Ровно через 15 минут начинается на пляже Олимпиады. Ждем вас. Две водные горки. Амфитеатр. Олимпиады на пляже вместе со всеми. Песок насыпной, собственный пирс. Вот галька, здесь мелкая, и там поглубже, где уже поглубже, там покрупнее галька. Волейбольная площадка здесь, пляж находится, шезлонги. Вот это волейбольная площадка, которая находится на пляже. Напротив находится бар. Лепешки здесь же делают. Идем на пляже Олимпиады вместе со всеми анимационными командами. Давай, 70 идем на пляж. Тело сегодня Олимпиады.
Олег Тар 3 стола, раны, султан, дрэгон. Посередине отеля речка, искусственные мостики с подсветкой. Экскурсионные программы, которые есть в данном регионе. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.